Сам платить, сам платить бить оператор. Зачем нам твой оператор? Зачем вам оператор? Зачем прокладка между предпринимателем и бюджетом? Зачем она нужна? Сделайте 2,50. Деньги поступали, Астах. И ты бюджет защищаешь. И все машины. А что вы пишете, что мы незаконные? Уважаемые. Вы слышали законы? Алло, Астах. Кто незаконный здесь? Покажи пальцем, кто здесь? Я директор. Директора давай. Кто незаконный? Я принимаю заяву. Я предлагаю, идем к директору и требуем отставку этого человека. Директор, вот что! Давайте просим директора! Давайте, помогите, разъясните нас! Что это, красавица? Что это, красавица? Отставка! 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 Директор должен принять заяву и завести. Директор, отреагируйте как-то! Что это за договор? От стоянки, свои стоянки эксплуатируют! Посчитайте, что пишете! Мы что? Смотрите, вот это все... Возьмите, смотрите. Как вы сделали вообще такое приключение? Да, скажите. На каком основании? Какая ошибка? Все парковки в городе Киеве стали незаконны. А вот это ошибка. Это ошибка. Все! На Луганске! Есть все парковки. На все парковки. Это не ошибка. Но ты прав. На живом договоре. Я вам обещаю. Не, не надо. Вот это человек, который является рейдером, который по всему городу Киеву, чешскую фирму, Титанфорксервис, и не платит налоги в государственный бюджет. А в 11 году отвечал сервис нелегитимно. Уберите его с работы. Мы еще не уйдем, пока человек перечислил. Один вопрос, что данный человек делает. Отставку! 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 Почему 5-7 человек? Здесь кстати, зачем принесли бумажку? Смущает первого трейдер. Как он мог стать заступником директора коммунистов? Не платит ни одного налога со своих стоянок. Стоянки были забраны у людей. 6 лет эта группировка преступная работает. Но в городе Киеве он не платит ни одной копейки в бюджет через свои стоянки. Ни одной. Рейдер! Кроме того, забирают у людей стоянки. В-третьих, у других людей, это все предприниматели, у них есть договора с директором и с этим коммунальным предприятием. Рассылается заявление о том, что вы работаете незаконно. Вот такого формата, Жень, покажи. Такого формата. Многие люди здесь на этих стоянках работают уже по 20-30 лет. С этих стоянок получается на хлеб зарабатывают. Такие же по 3, по 4, по 5 семей. Вот эти люди погибают. Забирают. Месяц назад забрали стоянку на...